Вернувшись домой из института, Ольга увидела на диване недорогие мужские часы. Отец Ольги был в отъезде, и девушка поняла, что мать приводила домой мужчину. Ты меня звала? Это чьи часы? Где-то я видела такие. Ольга Смирнова, 19 лет, студентка, не замужем. Господи, их к юбилею города выпустили. Полгорода в этой дешевке. Ирина Андреевна Смирнова, 41 год, владелица риэлторской фирмы, мать Ольги, замужем. А эти коллега по работе документы привозил. Мы немного поработали, он снял, чтобы не мешали. А вы с ним на диване работали? Да. Было много бумаг, они не поместились на столе. Бумаги не поместились или вы с коллегой? Оля, не говори ерунды. Это не ерунда, ты изменяешь папе! Прекрати повышать на меня голос и не лезь не в свое дело! Это мое дело, мое! Я поссорилась с матерью. Невыносимо смотреть на нее и знать, что она изменяет отцу. Папа работает в Южной Африке при консульстве. Дома бывает редко. Мать побыла с ним там год и вернулась обратно. Верно ли я услышала, что, на ваш взгляд, мама вернулась только для того, чтобы изменять отцу? Да. И других причин для возвращения у нее быть не могло. Да какие другие-то? Здесь она чувствует себя свободно, встречается с другими мужчинами и даже не особо скрывается. Ну хватит, мне пора. Тебе мало, что ли, было? Мало. Мать целовалась посреди нашего двора с каким-то мужиком. Мне стало так противно, что я даже подойти к ним не смогла. Мне было так обидно за папу. Судя по тому, что вам обидно за папу, но не радостно за маму, вы с отцом ближе, чем с матерью. Это так? Да, я очень люблю папу и не хочу, чтобы он страдал. Мать поступает подло по отношению к нему, а я ничего не могу сделать. А зачем вам что-то делать? Вы уверены, что имеете право вмешиваться в отношения двоих людей, даже если они ваши родители? Вообще-то они уже большие, могут сами разобраться в своих отношениях, если захотят. А имеют право, между прочим, и не захотеть. Ты знаешь, я всю ночь готовилась к зачету, а она мне... На следующий день после занятий Ольга отправилась на свидание со своим парнем. Ну что ты такой мрачный, Пашка? Что-то случилось? Да нет, я просто устал. Павел Зиненков, 20 лет, студент, не женат. Ну что, куда пойдем? В кино, в кафе? Ты знаешь, я ни туда не хочу. Сам позвал на свидание, идти никуда не хочешь. Так и будем на улице мерзнуть. Оль, я тебя позвал, чтобы тебе сказать кое-что. Что случилось? В общем, дело в том, что нам надо расстаться. Как? Почему, Паш? Ну, мы, как бы это сказать, не подходим друг к другу. Ну, все же было хорошо, Паш. Оль, ты хорошая, правда. Но я понял, что не люблю тебя. Я не хочу тебе врать. Давай останемся друзьями. Ну давай, Олька, не кисни. Ольга тяжело переживала расставание с Павлом. В отчаянии она решила пойти на вечеринку в институте и попытаться помириться с ним. Я понимаю, ты на меня злишься. Злишься? Это еще мягко сказано. Оль, ты многого не знаешь и не понимаешь. Конечно, я не знаю, я не понимаю. Я вообще никчемная. Никому до меня нет дела и до моих чувств нет дела. Мне кажется, дело не во мне. У тебя что-то случилось? Оля. Меня Паша бросил. Ну не плачь. Не плачь. Подумаешь,
Ну сколько их еще таких будет? Да нисколько! Уже второй парень меня бросает, потому что я уродина. Мне ничего не светит. Да что ты говоришь такое? Ну ты посмотри на себя, ты же у меня красавица. Надо просто уметь себя подать. Ну хочешь, я тебе помогу? Мы из тебя такую красотку сделаем. Да у тебя весь институт в ногах валяться будет. Слова матери подбодрили Ольгу. Она поняла, что больше не сердится на мать, и была благодарна ей за поддержку. Мать помогла Ольге сделать макияж и красиво одеться. Ольга чувствовала себя уверенно. Но Павел на вечеринку так и не пришел. Ольга расстроилась и решила вернуться домой. Ольга вернулась домой в ужасном настроении. Войдя в квартиру, она поняла, что мать дома не одна, а с каким-то мужчиной. Мама! Как ты можешь? А как же папа? Оля, давай потом поговорим. Я не ждала тебя так рано. Значит, это часы коллеги, да? Значит, ты тогда здесь с ним работала! Пусть убирается отсюда! Паша! Так значит, вот в чем дело! Мама! Ольга переживала из-за того, что ее мать Ирина изменяет отцу. Отец Ольги работал за границей и бывал дома редко. Мать Ольги пользовалась этим и встречалась с другими мужчинами, почти не скрываясь. Из-за этого отношения Ольги с матерью были напряженными. Но вскоре Ольгу бросил ее парень Павел. Ольга очень переживала. Мать поддерживала и успокаивала Ольгу, и девушка забыла обиды. А вскоре, вернувшись домой, Ольга застала мать с любовником, которым оказался бросивший Ольгу Павел. Представляете, собственная мать отбила у меня парня. Оказывается, это именно Пашкины часы я тогда нашла в гостиной. Ну, не обязательно мать отбила. Вообще-то Павел мог и сам в нее влюбиться. Чего вы так легко приписываете матери все смертные грехи? Потому что она знала, что Пашка мой парень. Ее это не остановило. И он тоже хорош. Паш. Что? Оль, перестань устраивать сцены. И вообще, это мое личное дело. А то, что она моя мать, ничего? Мне без разницы. Да и она сама не против была. Я думала, что ты другой, я верила тебе. Оль, хватит. Паш, ну скажи мне, чем она лучше меня? Да не в этом дело. Просто я тебя не любил никогда. У тебя папа крутой, и ты при деньгах. Короче, достаток твоей семьи меня устраивал. То есть ты из-за денег? Оль, ну ты себя реально в зеркале видела? А мать твоя, она сама передо мной крутила. Грех было не воспользоваться. После этого я вообще чувствую себя полным ничтожеством. А почему себя-то, а не его? Потому что я такая страшная, что даже мать у меня парней отбивает. Правда? Ну ладно. Вообще-то красота – понятие настолько неопределенное. Вы когда-нибудь видели портреты красавиц разных эпох? На многих из них ведь без слез не взглянешь. И что? А то, что при этом они все-таки считались красавицами. Может, у них было что-то такое, что выше красоты, больше красоты? И почему вы уверены, что у вас этого чего-то нет? Да потому что родная мать меня в грош не ставит. Ей было наплевать, что она спит с человеком, которого я люблю. А вы любите Павла? Человек, который ради денег готов быть с тем, кто ему даже не нравится. Человек, который готов лечь в постель с любой женщиной, вы его любите. Через неделю отец Ольги приехал домой по срочным делам. Ольга была очень рада приезду отца. Лёля, это тебе. Пап, это же клёвая косметика, спасибо. Времени не было, в дютик забежал. Ну как, с мамкой не ссоритесь? Борис Сергеевич Смирнов, 45 лет, сотрудник консульства, отец Ольги, женат. Нет, у нас все отлично. Ну а в институте? Все отлично, папочка, не переживай. Ну что, сейчас наконец-то будем ужинать всей семьей, да, Боречка? Да.
Оля, достань фужеры из бара. Да. Иришка, а я соскучился. Я тоже, мой хороший. Слушай, а может поешь со мной? Люлька взрослая уже, но сама во всем разберется. Ой, нет, Боря, ну вот это ты обожаешь свою Южную Африку. И потом, что я там буду делать? Девочки, объявление. Меняю работу, ищу здесь. Но вас-то я люблю больше, чем Африку. Папочка, это было бы так здорово, чтобы мы снова жили все вместе. Правда, мам? Конечно. Я так по тебе соскучилась. Ну, а я как... В этот момент Ольга ненавидела мать. Ольге было противно смотреть на то, как она лицемерит. Через несколько дней отец Ольги уехал. При нем Ольга старательно делала вид, что все хорошо. Но сразу после его отъезда перестала общаться с матерью. Ну, я правда не думала, что этот Пашка так для тебя важен. Конечно, не думала. Ты вообще ни о ком не думаешь. Ни обо мне, ни об отце. Алло. Что? Проверка? Когда? Хорошо, сейчас буду. Нужно почистить бухгалтерию. До встречи. Оль, мне сейчас нужно ехать. Ну, давай вечером обо всем поговорим. Не хочу говорить, потому что ты всегда врешь. Мне врешь, папе врешь, всем вокруг врешь. Оля. Я не хочу с тобой разговаривать и не смей больше подходить ко мне. После окончания занятий Ольга не торопилась домой. Она не хотела видеть мать. Ты же ведь Оля, верно? Виктор Степанов, 21 год. Студент, не женат. Ну, допустим. Мне подруги сказали то, что ты и химию хорошо знаешь. Типа прям очень крутая. Ну да, а что? Мне пересдачу назначили. А я вообще не зуб ногой. Поможешь мне, а? С меня кофе и булочки. Ну, не знаю. Оль. Ну, мне без этого зачета хана. Выкинут из института и все, здравствуй, армия. Ну ладно, давай попробуем. Не знаю, конечно, какой из меня препод. Ну а что? Очень даже симпатичный препод. Ну ты прям вся светишься. У тебя кто-то появился. Не твое дело, отстань. Прошла неделя. Ольга стала заниматься с Виктором. Ой, и поняла, что он очень нравится ей. Виктор ответил взаимностью и предложил Ольге встречаться. Но я клянусь тебе, он постоянно строил мне глазки. Прям вот до противности. Ага. И поэтому ты с ним переспала. Вот тебе с распущенными гораздо лучше. Хватит, отстань. Оль, ну выслушай меня, ладно? Ну, я слушаю. Оля, я старше. Я мудрее. Я сразу поняла, что за фрукт этот твой Паша. Я поняла, что он бабник, и на твои чувства ему плевать. Ты могла просто рассказать мне об этом? Вряд ли бы ты мне поверила. Ты была влюблена в него. Хочешь сказать, что ты переспала с ним, чтобы открыть мне на него глаза? Вроде того. Прости, я не должна была. Но я не знала, как по-другому дать тебе понять, что он дерьмо. Ладно, мам, я тебя прощаю и больше никогда не хочу говорить об этом. Все мысли Ольги были заняты предстоящей встречей с Виктором. И расставание с Павлом уже не так сильно задевало ее. Слушай, ты ходил на Богемскую? Прошло несколько дней. Ольга была на свидании с Виктором, после чего он проводил ее до дома. Слушай, как здорово, что я вот именно тебя попросил позаниматься со мной. Я тоже этому очень рада. Ну вот мы и пришли. Давай прощаться. Что-то так не хочется прощаться. Может быть, к себе пригласишь? Прости, но сегодня никак. Мама дома. Ну, заодно и с мамой познакомишь. Давай в другой раз. Сейчас не самый удобный момент. Боишься то, что маме не понравлюсь? Нет, что ты. Да ладно, Оль, я шучу. Ольга не хотела приглашать Виктора домой. После всего случившегося она не доверяла матери. Прошло 2 недели. Ольга встречалась с Виктором и была счастлива. Ольга собиралась пойти с Виктором в кино и попросила его зайти за ней.
налоговые шутки плохи. Спасибо, что предупредила. Я заеду к тебе, заберу папку с черной бухгалтерией и отвезу к себе в Лесной на дачу. Там ее точно не найдут. Да, пока. Ты мои ключи от дачи не видела? Твои нет, а мои в сумке. Дать? А, нет, нашла. Привет, Оль, ты готова уже? Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Оль, ты нас представишь? Витя, это моя мама. Мама, это Витя. Очень приятно. Взаимно. Я готова уже, пошли. Да, конечно. До свидания. До свидания. Ольга заметила, как ее мать смотрела на Виктора. Ольге стало не по себе, и она поспешила увести Виктора из своего дома. Да, папа, у меня все нормально. Я очень по тебе скучаю. Мама, у меня все хорошо. Прошла неделя. Ольга возвращалась домой от подруги в прекрасном настроении. Папа, я тебе перезвоню. Я в переход спускаюсь. Ольга увидела, как мать целуется в машине с каким-то мужчиной. Ольга подошла ближе и узнала в мужчине Виктора. Ольга переживала из-за того, что ее мать Ирина изменяла отцу, который работал за границей и бывал дома редко. Отношения Ольги с матерью были напряженными. Но когда Ольгу бросил ее парень Павел, мать поддержала Ольгу. Девушка была благодарна матери, как вдруг узнала о связи матери и Павла. Вскоре у Ольги появился новый парень Виктор. Увлекшись им, Ольга забыла о своих переживаниях и простила мать. А позже, возвращаясь домой, Ольга увидела в машине свою мать, которая целовалась с Виктором. Я теперь все поняла. Моя проблема не в том, что я некрасивая. Угу. Слава богу, а в чем же? А в том, что моя мать лицемерка и проститутка. Скотина ты, как ты мог? Да, Оля, да это не я! Я не виноват, это все она! Да Оля, успокойся, Оля! Хватит! Оль! Тебе лучше сейчас уйти! Ты за что меня так ненавидишь? Ты специально у меня всех парней водишь! Хочешь показать мне, какое я ничтожество? Успокойся и перестань кричать! Да сама заткнись, ты тварь! Ты просто проститутка! Я не знаю, что мне делать. Я видеть ее не могу, жить с ней не могу. Пусть так. Я только не понимаю, почему это ваша проблема. На мой взгляд, это исключительно ее проблема, что она хочет обаять всех мужиков вокруг. Хорошо, это ее проблема, что она проститутка. Но мне-то что делать? Я теперь что, должна поставить крест на своей личной жизни? То есть ее теперь у меня не должно быть? Почему еще? Ну хорошо, мама у вас такая, какая есть. Другой не будет, точно. Но жить-то с ней вы не обязаны. Ольга послушала психолога и сказала своему отцу, что хочет жить самостоятельно. Отец оплатил ей съемное жилье. О разрыве с матерью Ольга умолчала. Простите, я не специально. Александр Жуков, 25 лет, не женат. Девушка, мне так неудобно. Давайте я вам кофе куплю. Не надо, обойдусь. Девушка, постойте! Пожалуйста, не сердитесь на меня. Случайное знакомство стало для Ольги началом новых серьезных отношений. Уже месяц Ольга жила на съемной квартире вместе с Александром и была счастлива. Детка родная, я скучаю. Детка родная, что за мужик тебе пишет? Это мой папа. Фух, а я испугался. У меня классный папа. Когда он приедет, я вас познакомлю. Ты решила познакомить меня с родителями? Пока только с папой. С мамой я не общаюсь. Я потом тебе расскажу. Через несколько дней Ольга поехала домой к матери, чтобы взять кое-какие вещи. Ольга была уверена, что дома никого нет. Но во дворе она увидела мать вместе с Александром. Ну именно за этим я сюда и пришел. Ольга была вне себя, поняв, что мать снова увела у нее парня.
поселок Лесной. Дорогу я покажу. Ольга вернулась домой на съемную квартиру очень поздно. Она была в отчаянии из-за предательства Александра. Оль, ты почему трубку не берешь? Где ты была? По делам ездила. Что ты делаешь? Убирайся, я знаю, что ты спишь с моей матерью. Оль, ты не так все поняла. Я работаю в фирме твоей мамы. И это она попросила меня за тобой поухаживать. Даже денег мне заплатила. Она что, больная? И ты тоже спал со мной за деньги? Успокойся, успокойся! Я сегодня ездил к твоей матери, чтобы отдать ей те деньги. Потому что я по-настоящему влюбился в тебя. Правда? Да. Ольга не знала, злиться ей на мать или радоваться. Но все же решила прояснить ситуацию с Александром. И через пару дней поехала к матери. В квартире она застала беспорядок после обыска. Что случилось? Кто-то сдал меня в ОБЭП. Туда привезли папку с нашей черной бухгалтерией. Она была спрятана на даче. Я ума не приложу, кто мог это сделать. Меня завели уголовное дело. Пока отпустили под подписку, но все очень плохо. Мамочка, прости меня. Это ты прости меня. Мама, Саша все мне рассказал. Ольге стало стыдно за то, что она подставила мать. Ведь это Ольга, увидев мать с Александром и приревновав Александра к матери, забрала папку с дачи и отвезла в ОБЭП. Ну, лишь надо такой сволочью быть, чтоб тайно документы в ОБЭП отвезти. Кому Иришка могла дорогу перейти? Я не знаю, пап. Ну, ничего. Вытащи мамку. Я найму лучших адвокатов. Вытащим, вытащим. Ольга вышла замуж за Александра. Ее мать получила срок за махинации с бухгалтерией. Отец Ольги вернулся домой и добивается пересмотра дела. Ольга так и не смогла никому признаться в том, что мать сидит в тюрьме по ее вине. Как подумаешь, сколько человеческих бед происходит только потому, что человек пренебрегает необходимостью заранее подумать о последствиях своих действий или хотя бы понять, зачем он эти действия совершает. Просто страшно становится. Увы, Ольга тоже ни одно из этих чрезвычайно важных думательных действий совершать даже не пыталась. Может быть, просто в силу возраста. Но ей на самом деле казалось, что, причинив зло своей матери, она каким-то образом сумеет помочь себе самой. Но смотрите, есть два близких человека. И так уж получилось, что один из них, по мнению другого, оказался какой-то нехороший, неправильный. Ну, вы же помните, как называла Ольга свою мать, правда? И можно, конечно, этому неправильному близкому сильно навредить. Или даже очень. Но потом ведь придется продолжать жить рядом. Так может, проще было бы просто отстраниться? Или даже совсем уйти, чтобы не пришлось больше терпеть присутствие рядом такого неправильного близкого. Марина уже несколько месяцев встречалась с Игорем. В тот день он впервые пригласил Марину к себе домой. Марин, возможно, я тороплю события, но такой чудесной женщины я еще не встречал. Игорь Викторович Олейников, 42 года, бизнесмен, вдовец. Спасибо большое.
Марина Романовна Семенова, 31 год, экскурсовод, не замужем. Мне правда очень приятно. Да. Пускай я выгляжу старомодно, но пусть будет все как положено. Марин, я тебя люблю. Будь моей женой. Да! Да! В ту ночь Марина впервые осталась ночевать у Игоря. Утром ее ждал неприятный сюрприз. Я отучилась на переводчика. Работаю экскурсоводом сейчас, вожу группу иностранцев. Вот, мы с Игорем, с моим женихом, так и познакомились. Он привез на экскурсию своих бизнес-партнеров из Германии, и между нами сразу же вспыхнули чувства. Но у Игоря есть дочь от первого брака. А как ведет себя девочка по отношению к вам? А она меня терпеть не может. И я, конечно, понимаю, что у нее травма, у нее мать погибла в автокатастрофе. Но я-то в чем виновата? Это что еще за народное творчество? А что? Это палец, я его для школьного проекта по биологии сделала. Анастасия Олейникова, 16 лет, школьница. Дочь Игоря от первого брака. Отдай! Я его в школу отнесу. Между прочим, клево получилось. Я рад и горд, что ты у меня такая талантливая. И вообще, я не в курсе, кто его туда положил и кто кольцо на него надел. Я тоже не знаю. Ты мне только дуру тут не включай. Если еще что-нибудь подобное выкинешь, то ты не только новый телефон не получишь, я еще и старый у тебя отберу, понятно? Я так и знала, что ты все деньги будешь на свою потаскуху тратить. Что? Настя, ну как тебе не стыдно? Скажите, у меня есть надежда, что Настя наконец успокоится, потому что ее поведение переходит все границы, а я очень сильно люблю Игоря и хочу, чтобы мы с ним жили вместе. Марина, Игорь живет не один, у него есть дочь, которая не принимает вас. Вам надо набраться терпения и разобраться. Это Настина твердая позиция в отношении любой потенциальной женщины отца? Или она испытывает неприязнь именно к вам? Если да, то почему? Марина решила, что просто обязана найти общий язык с Настей. Она испекла для девочки ее любимый пирог. Ты меня звала? Да. Я приготовила пирог. Попьешь чай? Я знаю, что это твой любимый. Пирог, говоришь? А еще что предложишь? Еще? А хочешь, поедем сегодня вместе со мной на экскурсию? Пообщаешься с иностранцами, попрактикуешь язык. А я обещаю, что будет весело. От сладкого жиреют. Не хочу быть такой же коровой, как ты. С языком у меня все в порядке. Вон аппетит. После конфликта с Настей Марина ушла на работу. Но приехав на место сбора экскурсии, Марина узнала, что ее группу передали другому экскурсоводу. Выяснилось, что Марина якобы позвонила и сказала, что больна. Марине было очень неприятно услышать это, ведь она никуда не звонила. Однако звонок поступил с ее мобильного телефона. Настя, скажи, зачем ты мне сорвала работу? Какую работу? Ты же позвонила с моего телефона и сказала, что я заболела, верно? Я никому не звонила. Я просто серфила в интернете и нашла много интересного про тебя. Конечно, разумеется. Я думаю, что отцу будет очень интересно знать, что ты сидишь на сайте знакомств и завлекаешь мужчин своими эротическими фотографиями. Настя, мы обе с тобой знаем, что это монтаж. Ты смонтировала фотографии и выложила в сеть. И Игорь в это не поверит. Вот и посмотрим, поверит или нет. Если ты не уйдешь, я покажу эти фотографии отцу. Ясно? И мало того, что она так себя ведет, так она даже не извинилась передо мной. Когда Игорь вернулся с работы, Марина пожаловалась ему на поведение Насти. Настя, сейчас же иди сюда. Марина была уверена, что сейчас Игорь заставит Настю извиниться. Что еще?
Я всегда учил тебя держать обещания. Вот и я держу свое. Вот телефон, о котором мы договаривались. Спасибо, бабочка. Ты лучший. Мариш, я уезжаю в командировку на месяц. Открывать филиал в другом городе. Я очень тебя прошу. За это время найди общий язык с Настей. Я бы и рада, но... Марин, я доверяю тебе дочь. Самое дорогое, что у меня есть. Вы мне обе очень дороги. Но если ты не справишься, нам придется расстаться. Игорь Олейников, любимый мужчина Марины Семеновой, сделал ей предложение. Марина долго ждала этого и была счастлива. Однако дочь Игоря, 16-летняя Анастасия, ненавидела будущую мачеху и пыталась любыми способами расстроить свадьбу своего отца и Марины. Анастасия даже смонтировала интимное фото Марины и пыталась ее им шантажировать. Однако Марина не сдавалась и терпела все выходки девушки. Игорь старался сохранять нейтралитет, давая женщинам возможность разобраться в их отношениях самостоятельно. Вскоре Игорь сообщил Марине, что ему необходимо уехать на месяц из города по рабочим делам. Игорь поставил условие: если за этот месяц Марина не найдет общий язык с Настей, свадьбы не будет. Я оказалась в безвыходном положении. Если вначале я из кожи вон лезла, чтобы найти общий язык с Настей, ну, я вам говорила об этом, то после того, как уехал Игорь, все стало только хуже. Марина, постарайтесь поточнее описать то, что происходит. Вы сказали, стало хуже. Что значит хуже? В чем это выражается? Настя объявила мне войну. Иначе это никак не назовешь. Вот если раньше она просто дерзила мне и говорила какие-то колкости, то сейчас она угрожает и шантажирует меня. Настя, привет. Как у тебя день прошел? Никогда. Не трогай мои вещи. Поняла? Хорошо. Поняла, извини. Я просто хотела как лучше. А получилось как всегда. Ты вечно все портишь. Откуда ты вообще такая взялась? Настя, мы могли бы с тобой хотя бы попробовать договориться. Я пробовала с тобой договориться. Исчезни из нашей жизни. А ты тупишь. Как с тобой вообще можно договориться, если ты такая глупая? Перестань, что ты делаешь? Я скажу папе, что это ты меня била. Или, может быть, прямо сейчас ему отправить фотографию, а? Как думаешь, правдоподобно? Настя, это уже слишком. Слишком что? Похоже на правду? Я скажу папе, что ты издевалась надо мной в отместку. Думаешь, он не поверит? Думаешь, неправдоподобно? Ты больная. А он тебя выгонит, коза! Я понимаю, что теряю контроль над ситуацией. Да что теряю? Уже потеряла. Я живу как на пороховой бочке. И не знаю, на что еще она способна, чтобы избавиться от меня. Не лучше ли в этой ситуации самой уйти, пока не стало хуже? Марина, вы сейчас в довольно трудном положении. Но будем откровенны, вы сами добровольно согласились остаться с несовершеннолетним подростком, официально никак к вам не относящимся. К тому же, как теперь выясняется, девочка отказывается подчиняться вам. У вас нет никаких методов воздействия, никакого инструментария, чтобы переломить ситуацию. Вы готовы нести ответственность за Настю? Может быть, и не готова. Но я же не могу сейчас просто ее оставить одну. И вы правильно заметили, она же несовершеннолетняя. К тому же это как-то не по-человечески просто взять и уйти. И я несу ответственность за нее перед Игорем.
Ваш жених не побеспокоился о том, чтобы нанять компетентного человека, который заботился бы о его дочери в его отсутствии. Зачем? Вы сами добровольно взвалили это на себя. К тому же бесплатно. Тогда мне казалось, что это какой-то высший акт доверия со стороны Игоря по отношению ко мне. А сейчас мне самой действительно как-то тревожно и неуютно. Но я не понимаю, что мне делать. Марина, вы не обязаны сидеть с чужим ребенком. Сообщите отцу Насти, что вы не справляетесь, что нужна его помощь, но не молчите. Марина не решилась вызвать Игоря из командировки. Она постаралась сократить общение с Настей до минимума. Однако ей это не очень удавалось. Доброе утро. Не отвлекаю? Нет, проходи. Слушай, тут такое дело. У меня сегодня вечеринка. И ты задержишься, да? Да нет, не совсем. Мне просто нечего надеть. Ты не могла бы мне одолжить свое платье? Платье? А какое? Ну, то бархатное, которое тебе папа подарил. И сапожки. Без проблем. Возьми, вот оно в шкафу здесь висит. А сапожки внизу в коробке. Спасибо. Только ты не задерживайся, пожалуйста, хорошо? Хорошо. В 10 как штык дома буду. Ты же знаешь, папа даже из командировки контролирует меня. Звонит по видеосвязи, чтобы видеть, где я нахожусь. А я бы могла тебя прикрыть ненадолго. Позвоню папе 10:00 и отвлеку его. Да нет, не надо. Буду дома как положено. Марина была очень удивлена такой внезапной просьбе Насти. Однако Марина надеялась, что если она даст Насте поносить свои вещи, может, в их отношениях появится какой-то сдвиг. Вернувшись с работы вечером, Марина застала в своей одежде пьянчушку из соседнего двора. Что здесь происходит? Вы как сюда попали, а? Дайте! Это не ваша вещь! Я одолжила этой милой леди твое платье. Потому что ей было совсем нечего надеть. Настя, ты что, совсем уже не соображаешь, что делаешь, а? Это я не соображаю? Фу, какая ты жадная! Папа таких не любит. Я думала, ты не будешь против. Папа меня с детства учил, что бедным надо помогать. Так, я вас прошу, уйдите отсюда, а с тобой мы потом поговорим. Что ты нового можешь мне сказать? Пожалуешься отцу на то, как я себя плохо веду? Валяй! Только это платье куплено на деньги моего отца. И я могу распоряжаться им, как захочу. Ну ладно, духи забрала. Платьишко это можно себе оставить. Пожалуйста, уйдите-то вы в конце концов. Как-то ночью Марина услышала, как Настя плакала в своей комнате. Марина решила узнать, в чем дело. Настя, что такое? Настя, что-то случилось? Расскажи мне, тебе станет легче. Я правда хочу тебе помочь. Пошла вон отсюда! Я тебя ненавижу! Мне ничего от тебя не надо! И нефиг под дверью подслушивать! Вали отсюда! Спустя несколько дней Марина обнаружила, что у нее из кошелька пропали деньги. Кроме Насти их никто не мог взять. Жаловаться Игорю было бесполезно. Для того, чтобы поймать Настю на воровстве, Марина решила купить автомобильный видеорегистратор и установить в спальне. Спустя несколько дней, обнаружив еще одну пропажу денег, Марина проверила видеорегистратор. На нем было отчетливо видно, как Настя берет деньги у Марины из сумочки. Вот ты здесь подходишь к моей сумке, открываешь ее, достаешь кошелек, берешь деньги. Закрываешь его, кладешь обратно в сумку и ее закрываешь. Твои отпечатки пальцев я, конечно, не сняла, но
У меня теперь есть доказательства. Видеодоказательства. И что теперь будет? Если ты не прекратишь свои издевательства, то эту запись увидит твой отец. Он не поверит, что это я. Как ты говорила, вот и посмотрим. А на записи прекрасно видно твое лицо. И чего ты этим добьешься? Лично я думаю, что твой отец после просмотра этого киношедевра с твоим участием отправит тебя в закрытый интернат. Он не потерпит дома воровку. Я не воровка! Не воровка! Я не воровка! Настя, что случилось? Расскажи мне, пожалуйста. Меня шантажируют. Марина Семенова никак не могла найти общий язык с дочерью своего жениха. 16-летняя Анастасия изводила свою будущую мачеху, устраивала ей различные гадости, хамила. Жених Марины Игорь уехал на месяц и попросил невесту присмотреть за Настей. Марина заметила, что у нее пропадают деньги. Марине удалось сделать видеозапись того, как Анастасия крала деньги. Когда Марина обвинила девушку в воровстве, оказалось, что Анастасию шантажировали. Настя оказалась в катастрофической ситуации. Что произошло? Случилось ужасное. Мы познакомились в социальных сетях. Он мне написал в одной тематической группе. Говорил красивые слова, комплименты. Вот я дура. Настенька, ты просто влюбилась. Он развел меня на фотки. Не совсем обычные. Ты отправила ему свои эротические фотографии? А лицо твое там видно? Вот. Он обещал их отправить всему моему контакт-листу и даже учителям, если я не пересплю с ним. Что? Не вздумай с ним спать, а я тебе помогу. Обещаю. Как мне помочь Насте? Вам нужно немедленно сообщить об этом отцу девочки. Но я не могу. Я обещала Насте, что буду молчать. Дело касается травли несовершеннолетнего ребенка. И отец, а не вы, должен решать эти вопросы. Марина решила все-таки ничего не рассказывать Игорю и не обращаться в полицию, чтобы не портить репутацию Насти. Она написала шантажисту от имени Насти и договорилась о встрече. Нет. Лесом дамочку. Олег Игнатьев, 21 год, студент, не женат. Ну, вас я точно не знаю. Это я от имени Насти назначила вам встречу. Я хочу решить ситуацию по-хорошему. Ну, по-хорошему-то как? Я готова заплатить. Не портите жизнь девочки. Мне же сказал, что мне деньги не нужны. Марина пригрозила шантажисту, что сфотографирует номер машины и обратится в полицию. Но парень заявил, что машина арендована на чужое имя. Ну, мне нравится ваша решительность. Я думаю, мы договоримся. Сколько? Нисколько. Замените девчонку в постели. Смотрю, вы ничего такая, мадам. Марина согласилась выполнить требования шантажиста. После секса он на глазах Марины удалил все эротические фотографии Насти. Не слышала, как ты вошла. Ну что? Я решила твою проблему. Он взял деньги. Спасибо, Марина. Спустя несколько дней Игорь вернулся из командировки домой. Его встретили праздничным ужином. У нас все отлично. О, что это? Отдай! Не лезь! Это что? Это что? Твой любовник шлет ваши постельные фото на телефон моей дочери? Марина была поражена подлостью Насти. Получалось, Настя была в сговоре с шантажистом. И тот тайком сделал интимные фото Марины, чтобы Настя могла предъявить их отцу и избавиться от нее. Марина вернулась жить в свою квартиру и очень переживала из-за сложившейся ситуации. Алло? Марина, это Настя. Приезжай, пожалуйста, к нам, как сможешь. Зачем, Настя?
это важно. Я объясню тебе все на месте. Это не я. Я не знаю, зачем этот Скотт отправил мне фотографии. Может, хотел унизить, потому что со мной ничего не получилось. Может быть, намекал, что тебя теперь может шантажировать. Но твоего-то телефона у него нет. Но это все произошло тогда, когда вернулся Игорь. Я не верю в такие совпадения. Честное слово, я хочу все исправить. Настя, ты меня звала? А ты что здесь делаешь? Пап, пожалуйста, это я во всем виновата. Марина сделала это, чтобы спасти меня. Ерунда, Марина, я прошу тебя уйти по-хорошему. Если уйдет она, то уйду и я. Настя, успокойся, не устраивай сцен. Настя, все будет хорошо. Марин, не уходи, пожалуйста. Спустя несколько дней Марина, возвращаясь после очередной экскурсии, увидела около своего дома Игоря. Послушай, я все знаю, мне Настя все рассказала. Она хочет, чтобы ты вернулась. А ты этого хочешь? Да, иначе меня бы здесь не было. Но я же, как это говорится, не оправдала твоих надежд. Марина, ты пыталась помочь моей дочери. Я не буду от тебя скрывать, мне сейчас очень тяжело. Но я постараюсь тебя простить ради всех нас. Хотя я считаю, что ты должна была позвонить мне. Почему ты мне не позвонила? Я обещала Насте, что я никому не скажу, и я не могла обмануть ее доверие. Порой желание женщины почувствовать себя в статусе жены так велико, что она за ним не в состоянии взглянуть трезво на происходящее. Марина встретила Игоря уже в том возрасте, когда могла оценить его статус, уверенность в себе, возможности. И потому очень старалась заслужить право быть его женой. Настолько, что не задумывалась над тем, что новоявленный жених с дочерью-бунтаркой манипулирует ею. Марине пришлось пойти на жертву, чтобы заслужить признательность Насти. Игорь совершенно не хотел помогать Марине наладить отношения со своей дочерью. Ни один мужчина, ни один брак на свете не стоит того, чтобы растоптать чувство собственного достоинства, не уважать себя. И, кстати, демонстрировать падчерице модель поведения жертвы.